В 8 утра на излюбленном курганскими рыбаками озере Такташи вновь подняты флаги Союза журналистов и судебных приставов. Право поднятия отдали победителю прошлогодних соревнований Анатолию Придеину, представителю газеты «Курган и курганцы». Целый год участники жили воспоминаниями об отдыхе на озере в августе прошлого года. Тогда желающих посидеть с удочкой собралось около 50 человек, в этом году вдвое больше. Кто на поплавок ловил, кто на донку. Особо крупных экземпляров не было ни у кого. Практически все ловили карася, изредка появлялся окунь. Победа в командном зачете досталась хозяевам праздника. 23 хвоста выловил пристав из Шадринска Федор Строганов. Был в отпуске, как бы просто заехал на работу, услышал, что будет как соревнование, записался, так как увлекаюсь рыбной ловлей. Поехал. Поймал и все, что клюнуло, вытащил. Эмоции, не знаю, ни разу не участвовал. Пока все спокойно, не знаю, что будет дальше. Конечно, надеюсь на какой-нибудь хороший приз. В номинации «Самый маленький улов» с весом 2,5 грамма отличились телевизионщики. Алимов Михаил поймал окунька 25 граммов. За это ему вручается подсачек. И диплом. Уже под крупную рыбу. Неожиданным сюрпризом для рыбаков стал внеконкурсный улов почти 8-килограммового карпа уже во время награждения. Такое замечательное журналистское лето организованное за то, что всегда находит наши инициативы поддержку службы судебных приставов. И вот здесь такими совместными усилиями, я думаю, никто не остался сегодня без призов, без радости, без улова. Ну, а сейчас будет неофициальная часть, когда можно еще на уху наловить и пообщаться. Главная цель таких мероприятий – это как раз общение для взаимопонимания. Помимо увлекательного состязания, редакторы городских и районных СМИ вместе с судебными приставами провели импровизированный круглый стол в формате без галстуков. Действительно, к нам просится уже, но то, что касается средств массовой информации, с вами конкретно мы в обязательном порядке будем встречаться. Это каждый год, безусловно. Это идея, вне зависимости от того, кто руководит службой. Раньше Владимир Васильевич Морозкин руководил, на сегодня Владимир Викторович Князев. В общем-то, все очень эту идею здорово поддерживают, и здесь нельзя жалеть ни времени, ни материальных. В планах организаторов провести в этом году еще одни соревнования по рыбалке среди акул-пера и слуг закона, только уже на льду. Михаил Алимов, Денис Мазин, Александр Бывальцев, телекомпания «Регион 45».